«Реликвии моей семьи» под таким названием прошла выставка в поселке Чукурда Халаиховского района. Посетители окунулись в мир истории дорогих и близких людей. Фамильные реликвии многое рассказали о сельчанах. Подробнее об этом Анна Слепцова. Выставка стала хорошим поводом для того, чтобы обладатели реликвий и посетители экспозиции еще раз вспомнили о самом дорогом в жизни каждого человека, о семье, ее истории и традициях. Как участница я представила свою реликвию своей семьи. Это вещи очень дорогие для нашей семьи, с теплотой о тех людях, которые создали эти вещи. Мы вспоминаем. И эта связь между настоящим и прошлым – это наша жизнь. Это блюдо нашей бабушки Дичковской Марфы Алексеевны. Этому блюду около 70 лет. Она сделана на Дулевской заводе фарфоровых изделий. Здесь есть вот клеймо от этого завода, которые ставились где-то 37-40-е года. Отрадно, что у нас сегодня на выставке были, молодое поколение было. Вот им-то и надо говорить, что мы помним, мы знаем, мы сохраним. Вот это самое главное. Как показала выставка, фамильные реликвии могут многое рассказать о самой семье. Стоит только вспомнить, и история о дорогих людях, и семейных историях польются рекой. Анна Слепцова, НВК Саха, Аллаиховский Улус.